Главной и самой живучей легендой про Сухареву башню была история о черной книге. Считалось, что у Брюса есть какая-то загадочная магическая черная книга, записанная на 7 деревянных табличках. Она хранилась в Сухаревой башне, и Нептуново общество в том числе было создано для того, чтобы ее охранять. Но кроме того, ее сторожили 12 духов. Книга эта давала Брюсу власть над всем миром. Он мог находиться в любом месте на земле и под землей, мог найти все, что спрятано и потеряно.